Всем привет! Сегодня мы приготовим фрикадельки с макаронами. Итак, поехали! Но для начала добудем огонь. Нарезаем лук мелким кубиком. После чего этот лук отправляем к фаршу. Даже чеснок. Немножко панировочных сухарей. Чуть-чуть сыра. Одно яйцо. Буквально ложка сметаны, приправок к мясу, и соль. Все это дело перемешиваем и делаем шарики. Вот такие небольшие шарики у нас должны получиться. Шарики сделали. Ставим нашу сковороду на огонь. И обжариваем их. Заливаем чуть-чуть масла. И отправляем наши фрикадельки. Прошла буквально минута времени. Переворачиваем. Обжарили со всех сторон. Добавляем чуть-чуть вина и томатный сок. В моем случае это домашний. Тут примерно пол-литра. После того, как добавили томатный сок, закидываем наши макарошки вариться. К нашим фрикаделькам надо добавить немножко приправок. Прошло около 5 минут. Берем наши макарошки. И отправляем их к нашим фрикаделькам. Прошло буквально минут 15. И наше блюдо готово. Осталось только накладывать. И пробовать. Перед подачей надо обязательно добавить чуть-чуть сыра. И все дело это пробовать. Смотрите, какие нежные у нас котлетки получились. Точнее, тефтельки. Это просто объедение. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, кулинарьте. Всем пока!